Здравствуйте, меня зовут Элина. Я вообще родом из Эстонии, но в 12 лет так судьба сложилась, что я живу уже в Великобритании, в Лондоне 10 лет. Но в 2010 году в августе месяце со мной случился несчастный случай. Я получила травму позвоночника, значит, в результате чего значит, я получила травму верхнего шейного позвонка и нижней части позвоночника. Значит, в течение 3 лет я, значит, еще продолжала работать, пока, ну, в принципе, мне поставили правильный диагноз, и поэтому я проработала еще с этими болями 3 года. В течение 3 лет. После 3 лет я полностью обездвижилась и, в общем, осталась на кровати. Значит, я прошла очень много всяких, пробовала всяких нетрадиционной медицины. Я пробовала другие компании БАДов, но, к сожалению, результаты были какие-то только временные. Вот. Значит, после всего, что уже произошло, значит, буквально 1,5 года назад я познакомилась сейчас с моей подругой, с Валентиной Водвард. Конечно, сказала Валя, мне терять нечего, давайте попробуем. Вот. Ну, начиналось все, конечно, как обычно, нашей программы «Концепция здоровья», это детокс, антипаразитарная. После этого первый результат пришел после 3 месяца, значит, я почувствовала какой-то толчок, какую-то силу в своем организме. И могла уже, значит, с кровати пересесть в кресло и просидеть где-то около 40-45 минут уже сидя. Вот. Что я хочу сказать. Принимала, конечно, всю предпродукцию, эта программа по позвоночнику, очень интенсивно. Это инфлакор, флексикор, МСМ, кальций. Конечно, клеточное питание, безусловно. В общем, если так сказать, 25 капсул за раз. В июне месяце, когда я уже после Будапешта, через месяц я встала на костыли. То есть кресло-каталку на костыль. Вот. А в середине октября сейчас я уже вот со тросточкой. Вот. Да, вот. Вот моя тросточка, это моя подруга пока. Вот. Так что вот, что я хочу сказать. Значит, тем людям, которые немножко верят в это или как-то скептически относятся, то я могу гарантированно сказать, что это помогает. Если мне помогло, то я думаю, что другим людям это тоже поможет. Верьте, главное, верьте в свое здоровье. Нужна обязательно вера, что вы выздоровеете. Спасибо за внимание.